чувством глубокой грусти смотрит кукольник на ярмарку тщеславия, гомонящую вокруг. На этой ярмарке продаются такие товары, как дома и земли, почести, повышение и титулы, страны и целые королевства, похоти и удовольствия. Здесь продаются мужья, жены и дети, кровь, тело и души, серебро, золото и драгоценные камни. Здесь можно видеть и притом за даром воровство, убийство, прелюбодеяние, лжесвидетельство. Да, вот она, ярмарка житейской суеты. Место нельзя сказать, чтобы очень привлекательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящие вокруг шум и гам. Вот, собственно, и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему представлению. И если вы не откажетесь, давайте заглянем туда вместе. Мы увидим здесь зрелище самое необычайное, кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. Смотрите! Вот перед вами знаменитая кукла Бекки. Она проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке. А вот кукла Эмилия. Она снискала куда более ограниченный круг поклонников, хотя и отделана художником с величайшим старанием. Позвольте представить вам также Джозефа Сэдли. На радость своим родителям он только что вернулся из Индии, где занимает достойное и небезвыгодное место. А это капитан Добин. Он также не является героем нашего представления, но скажу вам по секрету, что он очень честный и добрый малый, хотя и танцует несколько неуклюже. А вот, вот, взгляните, не правда ли, как хороши эти доблестные офицеры Эннского полка? Их-то уж вы, наверное, примете за героев. Увы, несмотря на их безукоризненный вид и осанку, они также не являются героями нашего представления. А это баронет сэр Пит Кроули и его незамужняя сестра. Посмотрите, как нежно они любят друг друга. Вы увидите здесь еще множество марионеток, весьма послушных, когда их дергают за веревочку. Итак, нам остается лишь надеяться, что мы не потеряем вашей благосклонности, если назовем наше представление представлением без героя. И что это не помешает вам внимательно следить за тем, как забавно пляшут наши персонажи, как преуспевают они на ярмарке тщеславия, и как суетятся они в поисках своего счастья. Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, кукольник уходит, а представление начинается. Пинер! Пинер! Все ли у нас готово, Пинер? Да, мэм, салат вы заправите сами. Да, конечно, конечно. А пудинг? Все в порядке. Пинер, а кучер поехал за мисс Эмилией? Да, мэм, я думаю, что они уже скоро будут здесь. Пинер, ну только чтобы вот стол был накрыт по-праздничному. Мэм, вы не должны были говорить мне об этом. Не каждый день мисс Эмилия возвращается из пансиона. Уж я постаралась.
приготовила таких цыплят, каких бедняжка там и не видывала. Я так волнуюсь, Пина. Мама, вы волнуетесь 8 лет, я же знаю. Сэр, ну не бог с ней, с вашей биржей. Ну неужели в такой день вы не могли вернуться домой несколько пораньше? Я спешил к вам так, как 30 лет назад, моя дорогая. Неужели вы этого не почувствовали? Я надеюсь, что сегодня вы спешили не ко мне, сэр, а к вашей дочери Эмилии. У меня очень важные новости. Да, что такое? Я сегодня утром получила записку от Эмилии. Она задерживается? Нет, 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 напротив, она скоро будет здесь. Ага. Но она пишет, что приедет не одна. Как? С ней вместе приедет какая-то ее новая приятельница. Вас это смущает? Нет, нет, напротив. Это какая-то бедная сиротка. Я подумала, почему бы этой девочке не погостить у нас, если Эмилии это приятно. Как вы находите? Очень хорошо. Ну, я знала, да, что вы не откажете ей в ее просьбе. Вы хорошо успели узнать меня за 29 лет, моя дорогая. Что, мистер Джоз уже встал? Нет, мэм. Разбудите его. Молодому джентльмену с таким сложением просто непростительно спать до полудня. Простите, сэр, я хотела сказать, что мистер Джоз уже встал, но он еще не выходил к завтраку. Должно быть, он занят своим туалетом, сэр. Экая тщеславная кокетка, наш сын, миссис Сэдли. Такой вы не были никогда в жизни. Я не вижу ничего дурного в том, что Джо столько внимания уделяет своей внешности. Каждый джентльмен его возраста... должен валяться в постели до полудня и толстеть. Мистер Джозеф очень озабочен своей полнотой, сэр. Да? Еще вчера он просил меня отказывать ему каждый раз, когда он будет просить есть. Пустяки, Пидор. Мистер Джоз напрасно старается изменить объем своей талии. Для этого он слишком ленив. После одного дня лишения он снова вернется к трем трапезам в день. Пинер! Пинер! Готов ли завтрак, Пинер? Доброе утро, мама. Доброе утро, папа. Доброе утро, Джоз. Ну, что я вам говорил? Индийский соус и сливки. Ну, я же голоден, сэр. Я знаю, я нисколько не удивлен. Вы, кажется, по обыкновению шутите, сэр. Вам придется позавтракать здесь, столовый сервированный обед. Пинер, пожалуйста, цветы в комнату Эмилии. Да. Но ты, кажется, говорил, что будешь отказывать себе в еде. Да. Вчера я действительно, кажется, говорил. Но однажды вы увидите, как я возьму себя в руки. И снова станешь строен. Бедный Джоз, как ты самонадеян? Не дразните его, Сэдли. Мальчик не виноват, что привык есть несколько больше. Кушай, мой милый, кушай, кушай. Вы правы, миссис Сэдли. Не стоит мучить себя напрасно, если существуют бандажи и корсеты. Да, кстати, сегодня затяните свой корсет несколько туже. С Эмилией приезжает ее подружка. Разрази меня гром. А почему же вы мне не сказали об этом раньше? Куда ты, Джоз? Он обращается в бегство при одном упоминании о женщине. Напротив, я просто хотел пойти поправить галстук. Едут, едут. Едут. Едут! Едут! Едут, мэм! За углом мелькнула наша коляска! Да, едут! Идемте, сэр! Входи же, Бекки, входи. Бекки, я дома. Дома. Я просто не знаю, плакать мне или смеяться. Бекки, это наша гостиная.
Входи же, Бекки, не бойся, ну. Видишь? А здесь, наша столовая. Ой. Ну, а здесь комната моего брата Джоза. Вот там. А здесь, Бекки, здесь моя спальня. Мы будем жить там вместе. Это просто как сказочный сон. А как мне понравилась твоя матушка. Какие у нее добрые глаза. Пойдем, Бекки, пойдем. Фред, сюда! Где же Джоз? Бог с вами, мистер Сэдли, дайте мне. А Джоз спрятался к себе. Воображаю, как дрожат у него колени. Джоз! Мамочка! Эми! Девочка моя! Пинер говорит, что она не узнала бы тебя. Правда? Пинер. Голубушка моя, Пинер. Ну что ты? Вы стали такой красавицей. Что-то будет с мистером Джорджем, когда он вас увидит. А он? Он навещал вас? Мама. Он обещал у нас быть завтра, Эми. Мама. Мисс Шарп, мы вам очень рады. Чувствуйте себя у нас как дома. О, прошу вас, зовите меня просто Бекки. Мне это будет так приятно. Охотно, дитя мое. Я надеюсь, что вам у нас понравится. Бекки, я всегда буду твоим другом. Это истинная правда. И я буду любить тебя вечно. Это тоже истинная правда. Разве я смогу забыть вашу доброту? Мне кажется, что здесь, у вас, я впервые узнала, что такое счастье, мама. Я знаю, я уверена, что эти 10 дней будут самыми счастливыми в моей жизни. Мисс Шарп, у вас такое чувствительное сердечко. А почему вы сказали, что только 10 дней? Да, миссис Сэдли, через 10 дней я должна быть в семье баронета сэра Пита Кроули. Куда я еду? Гувернанткой. Гувернанткой? Ну, вы не расстраивайтесь, дитя мое. Гувернантки тоже находят свое счастье. Бедной девушке очень трудно найти свое счастье. Сударыня, посмотрите, там за дверью стоит знаменитый индийский домов Джозеф Сэдли. Он очень стесняется войти. Помогите же мне втащить его сюда. Пинер, крикните кучеру, чтобы он вызвал слона для мистера Джоза. И затяните ему потуже корсет. Разрази меня гром, я никогда не стесняюсь, сэр. Я только... хочу удрать. Здравствуй, Джоз. Здравствуй, милый. Джоз, какой ты стал толстый. А это моя подруга, мисс Шарп, о которой ты так много слышал. Нет, разрази меня гром, я никогда не слышал. Джоз? То есть да, конечно. Сверски холодная погода, мисс. Разве? Да, чертовски. Как вы похожи на лорда Квисли, сэр. На кого? Лорд Квисли, сэр, любимый герой моего детства. Портрет его всегда висел в моей спальне. У него были такие же глаза. Разрази меня гром, я не знаю никакого лорда Квисли. Смотрите, смотрите, он готов уже удрать. Не обращайте на него внимания, мисс Шарп, он ужасный скромник. Но мне действительно нужно уйти. Я обещал Роджеру обедать с ним. Вы не могли ему этого обещать, потому что вы обещали обедать дома. Дома, Джоз, дома. Но не могу же я в этом платье.
Взгляните на его, мисс Шарп. Разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно? Вы видели когда-нибудь у вас в пансионе вот такие лосины? Папа. Простите, сэр. У нас в пансионе избегали говорить на тему мужского туалета. Но мне кажется, что мистер Джозеф так элегантен, что вряд ли его можно в чем-нибудь упрекнуть. Браво! Браво, Джоз! Браво! Ты одержал победу! О, Джоз, оказывается, ты сердцеед. Но это, в конце концов, невыносимо. Сэдли, перестаньте его дразнить. Джоз, оставайся. Оставайся. У нас сегодня цыплята, пилав, взбитые сливки. Взбитые сливки! От фашона! Джоз! Ну, хорошо. Я остаюсь. Ну, прелестно! Салат, мэм, салат! Пора заправлять салат. Сэдли, поторопитесь, мы возьмем салат. Спасибо, Сэдли, это вы хорошо поправили салат. Прошу всем к столу. Какой интересный мужчина твой брат. Интересный? Разве только на слоне? Посмотри, Бекки, посмотри. Неужели это он? Да, конечно, настоящий индийский набоб. Он должно быть очень богат. Говорят, что все индийские набобы богаты. Вот уж право и не знаю, должно быть. И ты, должно быть, очень любишь его. Конечно, очень люблю, только Джозу, по-моему, совершенно безразлично, люблю я его или нет. А невестка твоя очаровательна. Ну что ты, Бекки? Джозеф не женат, он боится женщин. А... Просто он немного скромен. А кто этот Джордж, о котором тут говорили? Ой, кажется, это мой жених. Ты его любишь? Не знаю, Бекки, не знаю. Пойдем. Эмилия, какая ты счастливая. Иметь жениха. И такого брата, и родителей, добрых, любящих, которые сделают для тебя все, что бы ты ни попросила. Мой бедный папа ничего не смог мне дать. У меня было всего два платья. Бекки, Бекки, моя милочка, да я подарю тебе платье, боже мой, розовое или желтое в крапинку. Бекки! И еще знаешь что, бирюзу? Бекки, посмотри. Посмотри, моя милочка. Ну, посмотри. Возьми. Еще маленькие сердоликовые сережки. О, они так пойдут тебе. Эмилия, когда я буду там в одиночестве, бедной гувернанткой, я всегда буду вспоминать ваш дом и тебя. Бекки, Бекки, только не надо плакать. Нам ведь так хорошо. Знаешь что? Пойдем, я дам тебе сережки, ты сразу же сможешь их надеть. Пойдем, моя милочка, красавица ты моя. Разрази меня гром. Это вы? Это вы? Уронили платок. Должно быть, я. А я и не заметила. Благодарю вас, сэр. Я слышала, мистер Джозеф, что вы бывали в Индии. Расскажите мне, не это так интересно. Непременно, мисс. Я обязательно расскажу вам об Индии. Это так увлекательно. Эмилия, я протестую.
Что бы сказала о вашем опоздании ваша начальница? Честь имею предложить вам руку, сударыня. Джоз, предложи руку мисс Бекки. Это невозможно. Вы меня удивляете, удивляете. И вы полагаете, что мисс Бекки... Вешается Джоза на шею. И вы в этом совершенно уверены? Совершенно. А почему это вас так волнует? Джоза давно пора найти себе жену. А чем мисс Бекки хуже всякой другой? Ну, наш сын уронит себя браком с гувернанткой. Дочерью учителя рисования и какой-то балетной танцовщицы. Лукавая девчонка. Ну, ничего. Инер! Инер! Бог с вами, миссис Эдли, моя дорогая. Что вы такое говорите? Разве вы сами не были дочерью простого бакалейщика, когда выходили за меня замуж? Подумайте о вашей дочери, сэр. Да, мэм. Инер, заказан ли извозчик для мисс Бекки на завтра? Да, на 5 часов. Пошлите Фреда за извозчиком сейчас же. Сейчас, мэм? Да. Мисс Бекки уезжает сегодня. Пора. Да, мэм, пора. Мне тоже кажется, что пора. И сделайте так, чтобы я не прощалась с ней. Да, мэм, я сейчас же пошлю на станцию. Вот так. Она уедет отсюда, и с этим все будет кончено. Напрасно. Напрасно вы так, друг мой. Неужели вам не жаль эту бедную девушку? Мне жаль мою дочь Эмилию, сэр. Эмилия невеста Джорджа Осборна. Она не может породниться с гувернанткой. Старый Осборн лишит их наследства. Или вы не понимаете, кто такой Осборн? Осборн, Осборн. Дела наши идут слишком плохо, а дела Осборна слишком хорошо. Вот что меня волнует. Ваши дела не всегда будут идти плохо. Дети помолвлены, их нельзя разлучать. Это убьет Эмилию. Капитан... Вильям Добин, мэм. Как всегда, не кстати. Очень хорошо. Пусть он войдет, Фред. Добрый вечер, сэр. Рад вас видеть, капитан Добин. Прошу вас, Вильям. Благодарю вас. Ну, что нового в полку и в Европе, сэр? Европа устала, сэр. Собирается отдыхать. Корсиканское чудовище сидит себе спокойно на Эльбе. И мы можем подумать теперь об отставке, если хотим. Да, да. Все эти волнения в Европе сильно пошатнули мой бюджет. Ну, будем надеяться, что теперь все будет идти хорошо. А что, Джордж еще не приезжал? Нет, не приезжал. Боюсь, что он не очень-то торопится в этот дом. Ах, дорогой Добин, вы хороший и добрый малый. И только с вами я могу быть до конца откровенен. Скажите, Джордж Осборн, ваш ближайший друг, честный ли он человек? Эмилия любит его, нельзя шутить с таким сердцем. Джордж человек свое слово, сэр. Я совершенно уверен в этом. Я слишком хорошо его знаю. А Джорджа нет? Мне показалось, что я слышала его голос. Надеюсь, что с ним ничего не случилось. О, нет, мисс Эдли, он сейчас будет здесь. Эмилия, тебе нельзя быть такой щедрой. Мужчине нельзя баловать. Ну, не правда ли, Вильям? Разумеется. Чай на столе. Мистер Добин, не хотите ли чашечку чаю? Благодарю вас. Я думаю, мы подождем Джорджа. Мам, мы подождем Джорджа. Прекрасно. 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 Прекрасно, прекрасно. Миссис Эдли. Может быть, Джордж задержался в полку? Вероятно. Да. Конечно, он очень занят. Ведь ему приходится бывать в казарме, не правда ли? Безусловно. У него там масса всяких дел.
французский император, все эти волнения в Европе. Ах, Вильям, а я ничего не хочу слышать, ни о войне, ни о Европе. Он моя Европа, он мой император, он мой союзный монарх, он мое солнце и луна. Отчего вы так странно смотрите на меня? Разве я смотрю на вас не так, как всегда? Эми! На минутку, Эми! Прошу прощения. Доб, ты уже здесь? Ты непростительно легкомыслен, Джош. Она ждет тебя с утра. А, честное слово, Доб, я не виноват, что так легкомыслен. В наше время все молодые люди легкомысленны, кроме тебя. Но если хочешь знать, молодым девушкам больше нравятся легкомысленные повесы, чем рохли. Ты никогда не будешь иметь у них успех. Неужели ты был в клубе? Я думал немного выиграть. Отец стал чертовски скуп. Ты недостаточно внимателен к ней, Джордж. Когда ты не в полку, ты должен быть здесь, у Эмилии, а не в игорных домах. Но черт побери, Доб, иногда мне кажется, что ты слишком много берешь на себя. Да, конечно, ты мне друг, и ты еще раз спасал меня в беде, я многим тебе обязан, но полк только что вернулся. Дай мне немного погулять, побеситься. Великий Боже, но ты ведь не забыл, что ты с ней помолвлен? Иными словами, ты хочешь спросить, честный ли я человек? Да, я хочу спросить именно это. Неужели ты не видишь, как полны тревоги ее глаза? Неужели ты не понимаешь, что весь смысл ее жизни сейчас сосредоточен в тебе одном? Что сердце ее принадлежит тебе безраздельно и навсегда. Что она умрет, пойми это. Умрет, если ты не тот, кем она тебя считает. Да, ты прав, Доб. Ты действительно прав, Эмилия прекрасная девушка. Я люблю ее нежно и преданно. Джорджи! Эмилия! Джорджи! Боже, как вы сегодня прелестны! Эмилия, выслушайте меня. Я плохой жених, и я мало ценю вас, но мое сердце ваше. Вы это видите? Вы мне верите? Я это знаю, Джордж. И я знаю, что я самая счастливая девушка на свете. Ба! Джоз, с цветами, браво, ты великолепен! Джоз! Какие прекрасные цветы! Кому они предназначаются? Неужели нам? Голубчик мой, спасибо, Джозеф. Да разрази меня гром. Какие пустяки. Какие цветы. Они предназначаются вам. Ох, благодарю. Какие божественные цветы. Ты делаешь успехи, старина. Клянусь честью, я никогда не видел тебя в таком ударе. Дети, чай на столе. Мы ждем вас к чаю. Джорджи, вы хотите чаю? Как же я могу отказаться, если вы просите меня об этом? Пойдемте с нами, Добин, пойдемте. Идемте, дети, идемте. Как они выдают себя, как они счастливы. И сестра ваша прелестнейшая в мире создания. Да, и Джордж чудесный малый. Как счастлив тот, кто завоюет сердце женщины. Вы не хотите ли чаю? Нет, нет. Я больше бы хотела послушать об Индии. Все, что вы рассказываете об этой стране, так интересно. Вчера я не спала всю ночь. Вы поможете мне? С удовольствием. Только я не знаю, как это делается. Возьмите скамеечку. Поставьте ее сюда. Сюда. Сядьте, а то вы устанете. Держите руки вот так. Вот так.
рассказывайте, рассказывайте. Но вы должны обещать мне, мистер Джозеф, что ради вашей чудесной матушки, которая вас так нежно и сильно любит, ради всех ваших друзей, ради меня, мистер Джозеф, вы не будете больше участвовать в таких опасных экспедициях. Пустяки. Мужчина должен уметь рисковать. Опасность придает еще большую прелесть охоте на тигров. Должен вам сказать, что тигры свирепы и опасны. Так вот однажды, это было в тропических джунглях под Думдумом, одного громадного тигра я преследовал на слоне 3 дня и 3 ночи. Слон бешено скакал за тигром, и вдруг тигр исчез. Улучив удобный момент, тигр подкрался сзади, прыгнул и стащил сиденье вожака моего слона. Почему вы на коленях? Я хочу поднять клубок. Разрази меня гром, какая прелестная вышивка. Я вышиваю кошелек. Кошелек? А кому он предназначается? Тому, кто у меня его попросит. Мисс Бекки, вы настоящая художница. О, если он вам нравится, он будет ваш. Я закончу его сегодня же ночью, ведь завтра... Завтра... Я уезжаю. Как? Как? Позвольте мне... Позвольте мне вам сказать. Я должен вам сказать, что вы могли бы погостить у нас еще. Не обращайте на меня внимания. Это пройдет. Вот мне и лучше. Мисс Бекки, я должен вам сказать... Нет, позвольте мне вам сказать, что вам незачем торопиться к этому Кроули. Но как же я могу? Ведь он ждет меня завтра. И ведь у меня нет причин. Не правда ли, ведь у меня нет причин отказать ему. Я бы мог. Я мог бы. Я бы мог. Бекки! Бекки! Бекки, спой мою любимую песенку. Я тебя очень прошу. Анили, что ты? Я прошу тебя. Ну, спойте, мисс Шарп, ну, пожалуйста. Нет, я не могу. Спойте, мисс Шарп. Я не могу петь. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Мисс Шарп, ну, для меня, вы же мне обещали. Но если... Если вы меня об этом просите. Над городом нависла мгла, уныло ветер выл, а горница была тепла. В камине жарок пыл, маленький сирота пришел, увидел в окнах свет, почувствовал, как ветер зол, как снег кружит. Вслед. И он замечен из окна, усталый, чуть живой. Он слышит чьи-то голоса, зовут к себе домой. Рассвет придет, и гость уйдет в камине жар. Пусть небо хранит сирот, в камине жара пыль. Какая изумительная песенка! Я чуть не прослезился. Это потому, что
У вас доброе сердце. Вы очень добры ко мне, я знаю. Бекки, мне бы так хотелось, чтобы ты погостила у нас еще. Зачем? Чтобы я была потом еще несчастней. Еще? Бекки, ну что ты? Ваша подруга делает чудеса. А я уверена, что он сделает ей предложение. Сегодня же. Я уверена. Вы так думаете? Извозчик за мисс Бекки, мисс. Как? Сейчас? А почему же не завтра, Пиннер? Завтра на Лондон не будет дилижанса, мисс. Пиннер, ну как же так? А можно немножко подождать? Мисс Шарп может опоздать на дилижанс, а дилижанс уходит один раз в сутки. Я просто умоляю вас, Пиннер, я, ну, немножко. Ну, тогда, ну, я скажу, я что вас, пока вы носили прошу вещи. Мисс Бекки, как же? Как же, мисс Бекки? Да, мистер Джозеф, да. Прощайте. Завтра я снова буду одинока, без друзей. О, мой добрый индийский путешественник. Разрази меня гром. Я никак не мог предположить. Я тоже. Увы, сегодня, завтра. Не все ли равно? Сэр Питт ждет меня. Я совсем одинока и могу заработать только своим трудом. Бекки, Бекки, я думаю, что тебе будет хорошо у этого баронета. Я тоже так думаю. А я вижу, вам доставляет удовольствие, что я уезжаю, мистер Джорджи. Разве я дал вам это почувствовать? О, вы уже несколько раз дали мне почувствовать. Ну что ты, Бекки, что ты? Ничего, ничего, моя милочка, не огорчайся. Мы, гувернантки, привыкли к таким щелчкам. Капитан очень горд тем, что он наследник Осборнов. Да будет вам известно, капитан, что моя матушка была из рода Монморанси. А чем, по-вашему, Монморанси хуже Осборнов? Я не повесила головы, капитан. Моя жизнь только начинается. И я надеюсь, что в один прекрасный день мне удастся доказать вам, что, хотя и простая гувернантка, но все же мне удастся занять достойное место. Ты будешь писать мне, Бекки? Конечно. Каждый день. Кроули знаменитый с елизаветинских времен. Я надеюсь, что буду приезжать к тебе в карете с гербом и лакеями на запятках. А вы мне расскажете об Индии, мистер Джозеф. Я очень люблю Индию. Вы правда приедете, мисс Бекки? Непременно. Я так люблю храбрых людей. Я никогда не забуду вас, мистер Джозеф. Прощай, моя милочка. Прощайте, капитан. Прощай, Бекки. Счастливого пути, Миша. Да-да, достопочтенные леди, джентльмены. Вы нисколько не ошибаетесь, если принимаете звуки рожка, которые сюда доносятся, за звуки рожка того самого дилижанса, который мчит мисс Бекки к месту ее назначения, к дому баронета сэра Питта Кроу. Как истинная дочь ярмарки тщеславия, Бекки скоро осушила глазки, которые увлажнились при расставании с подругой, и принялась мечтать о том, как выглядит баронет Кроули. Носит ли он пудренный парик, бархатный камзол и кружевное жабо, а также о том, сколько лакеев прислуживает ему за трапезой, а следовательно, будут теперь стоять и за ее спиной. А пока дилижанс, тарахтя и подпрыгивая, спешит по улицам Лондона, а мисс Бекки предается своим честолюбивым мечтам, давайте опередим их и заглянем в обиталище сэра Питта. Свечи только зря ищем. Ужинать пора и спать. Вот что, запал. Все равно не приедет это. Верно. Ну! Эй! Эй!
Где же трубка, старуха? Вон ваша трубка. У кого табак брала? У Снефля. Получше? Подешевле. Подешевле? Тогда давай фартинг сдачи. Какой фартинг? Я дал тебе 3 полупенса. Ну? Где сдача? Ой, вот только баронетам и собирать какие-то фартинги. Брось фартинг в день, это 7 шиллингов в год. Да ты будешь каждый день прятать по фартингу, старуха, к тебе скоро потекут гинеи. Да уж, потекут 1 фартинг за все время, что бегают. Фартинг давай. Вот ваш фартинг. И не очень-то я в нем нуждаюсь. То-то. Хотела бы я видеть человека, которому вы за всю жизнь хоть 1 фартинг дали. Верно. И никогда не увидишь. Не увижу. Нет, не увидишь. Нет, не увижу. Потому что это против моих правил. Так-то, старуха Тинкер. Сперва справедливость, а потом уже щедрость. Да вот вам только и говорить о щедрости. Ужинать давай. Отличное блюдо. У нас на ужин. Да уж не у каждого баронета такое найдется. 2 луковицы да 3 буха. А все зависит от того, как оно приготовлено. Да уж 3 буха есть 3 буха, это же известно. Это кто-то подъехал. Гувернантка. А ну-ка, старуха, ступай, посвети. Да. Да помоги ей снести вещи. Ну это я совсем не. А вот даст тебе на пинту пива. А, ну это дело другое. Это я. Ну. Здесь. Ну да, тащите сами. Посветитесь, здесь ничего не видно. Да как же я еще вам должна светить? Что же фонари все зажечь? Он мне покажет за это. Послушай, любезный, ступай и принеси мои вещи. Я не привыкла носить их сама. Скажите, как? А если я не пожелаю? Я сумею рассказать об этом твоему хозяину. Ху! Хозяин. Хозяина? Так ступай же. Ступай! Помилуй бог. Ху. Что вы? Да смотри, не потеряй ничего в потемках! Какой болван! Очень странный дом. Кучер просит на пинту пива. Скажите ему, что он наглец. Ни одного фартинга за такую скандальную езду. Я думала, что он вытрясет из меня все внутренности. Я, пожалуй, скажу. Где же баронет сэр Пит Кроули? Где? Да, где? Доложите ему, что я приехала, и прикажите отнести вещи в мою комнату. Куда? Вы что, плохо слышите? Я просила доложить сэру Питу о моем приезде. Я хорошо слышу. Не надо в самое ухо. А? Послушай, любезный, где же баронет сэр Пит Кроули? А это я, сэр Пит Кроули. И вы должны мне на пинту пива. Это я принес ваши вещи. Вы не смотрите на меня такими круглыми глазками. Вот спросите у Тингер, кто я такой? Да уж можете быть уверены, это и есть сам Пит Кроули. Сэр? Вы сэр? Да, я. Плутовка. Простите меня, сэр, но там было так темно. А к чему лишние фонари? Я найду дверь и на ощупь, а приемов у меня
Не бывает. О! Ну что ж, кладите его в зонтик. Мисс Шарп, снимайте вашу эту, как и я. Тинкер, познакомьтесь, миссис Тинкер, мисс Шарп, мисс гувернантка, миссис подёнщица. Экономка. Экономка. Ей так больше нравится. Принеси еще табурет, старуха, если хочешь сидеть. Сейчас будем ужинать. Ой, Джон, солдат веселый. А теперь мы слегка закусим. Ой, я перебила вашу трапезу. Пустяки. Присаживайтесь к столу. Хотите требухи? Требухи. Требухи. И завтрака утром не ждите. Тинкер не очень-то жалует меня, когда я здесь. Так что советую вам подкрепиться, мисс Шарп. О, прошу вас, зовите меня просто Бекки. Мне это будет так приятно. Мисс, наверное, первый раз видит такое блюдо. Нет, что вы. Я очень люблю требуху. Я же говорил, отличная еда. Вы скоро привыкнете ко мне, Бекки. И я думаю, что мы с вами поладим. Да уж это легче легкого. Помолчи, старуха. Видите ли, мисс Шарп, когда жена и дети живут в деревне, какой-то баран, Тинкер, и когда ее зарезали? Шотландский из черноголовых в четверг зарезали. Четверг, пятница, суббота. Кто купил? Стил из Мадбери. Взял седло и две ноги. Сказал, последний раз беру. Тощая баранина, кожа до кости. Ну, баранина есть баранина. А мисс все-таки никогда не ела требухи. Хотите глоток пива? Нет, я не пью, сэр. Жаль. Составили бы мне неплохую компанию. Да. Так что я говорил, мисс Шарп? Вы говорили, что когда жена и дети живут в деревне... Верно. Верно. Я хотел сказать, что когда жена и дети живут в деревне, я обхожусь тут одной комнатой и увольняю лишнюю прислугу. Это дешевле. Это очень благоразумно, сэр Пит. Но разве у вас есть маленькие дети? А почему бы им не быть? Моя вторая жена родила мне двух девочек. Им по 12 лет. Их нужно учить французскому. Вот вы и поедете к ним в деревню. Я понимаю. Да. У меня есть еще два сына, Бекки. От первой жены. Но они уже переросли меня. Так что гувернантки им не требуется. Ничего, ничего. В субботу мы отведаем поросятинки. Вы любите поросятинку, мисс Шарп? Обожаю, обожаю, сэр Пит. Я надеюсь, сыновья ваши в полном здоровье? Да, я надеюсь. Я хотела сказать, они здесь в городе? А я не люблю жить со своими детьми. Из этого никогда не выходит ничего путного. Старший сын в деревне, и на нем лежит все хозяйство, а младший родом. Шалопай. Не стоит доброго слова. Ой, я уверена, что это прекрасный молодой человек. Не знаю, я этого никогда не находил. Сестра моя, его тетка, считает его прекрасным молодым человеком и клянется, что оставит ему все свое состояние. Поэтому он и живет у нее и ублажает ее как можно. Нельзя ублажить эту леди. Тинкер, трубку. Пожалуйста, сэр. А сестра ваша, эта достопочтенная дама, здесь с вами? Мы терпеть не можем друг друга, мисс Бекки. Запомните это, если хотите дружить со мной. Мы разделили этот дом пополам. Она на той половине, я на этой, и никогда не встречаемся. Ой, это так грустно, когда брат и сестра
Но я уверена, что это очень добрая леди. Эта добрая леди прогнала 48 лакеев. 45. Оставим ее в покое и поговорим о делах. У вас хороший почерк, мисс Шарп. Он у меня отличный, сэр Пит. Только прошу вас, зовите меня просто Бекки. Мне нужна хорошая переписчица, Бекки, и вы будете переписывать все мои дела. Судебные дела. Да, дорогая Тинкер, совершенно права. Все это судебные дела. Я проиграл и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. Но они у вас в ужасном беспорядке. Вы разрешите мне их разобрать? Вы, я вижу, девочка с мозгами. А вы еще несет нелегкое. Тинкер! Эй! Поглядите, кто там? Постучат кому надо. Тинкер, черт побери! Честное слово, это бездельник Родден. Это капитан Родден. Тинкер! Да что вы там, уснулись, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не часто-то он нажал. Черт бы побрал вашу скупость, сэр! Ни одного лишнего фонаря! Можно сломать себе шею! А я на это и рассчитываю. Какой приятный сюрприз. Ха, а вы, я вижу, здесь не скучаете. Ах, вы старый греховодник. Кто это прелестное создание? Новая гувернантка. Вот, полюбуйтесь, мисс Шарп. Этот бравый капитан, мой сын Родден. О, я сразу догадалась об этом, сэр. В нем чувствуется кровь баронетов. Поздравляю вас, сэр. Вы сделали великолепное приобретение. Она очень мила. Надеюсь, мисс, что вы придете здесь ко двору. Только должен вас предупредить, что в этом доме смертельное скучище. Я не умею скучать, капитан. О. Что это за дрянное вино? Нет ли чего-нибудь порядочнее? Вы здесь не у тетушки Кроули, сударь. Подайте ему вина, да еще с желтой печатью. Оно обходится мне по 10 шиллингов за бутылочку. Чтобы ему неладно было. Вот, не угодно ли вишневую наливку? От нее изжога бывает. Ну-с, так как вы нашли баронетта? Посмотрите на него повнимательнее. Особенно хорош его сюртук. Нет, я клянусь честью, другого такого сюртука не сыщешь во всей Англии. А гетры? Гетры, вы только посмотрите на них. Я в семье джентльмена из хорошего старинного английского рода. Нам, бедным гувернанткам, нечего больше и желать. Правильно, малютка! Вот она знает, в чем толк. А на кой черт ты забрел сюда ночью? Ну, конечно, не только для того, чтобы насладиться видом вашего сюртука. Тетушка заболела. Держу пари, что она опять объелась. А может, серьезно заболела? Меня не впускают, но я слышал, как посылали за нотариусом. О, черт побери, уж не думает ли она менять завещание? Не знаю, но я по совету доктора взял в полку отпуск, а никуда не отлучаюсь. Ну, конечно, ты не такой болван, чтобы упустить свою часть наследства. Ведь по старой духовной она обещала тебе 40 тысяч. Да, тетушка всегда была ко мне добра. Я знаю, иначе ты не торчал бы здесь с такой дьявольски спокойной физиономией. 40 тысяч. А все остальное? Остальное моему брату, компаньонке, горничным. Не дразни меня! Я уверен, что у нее не меньше 70 тысяч. А может быть и больше, а? Может быть. Держу пари, что эта старая скряга ничего мне не оставит. А! 70 тысяч! И я ничего не получу. А выступайте, навестите тетушку. Я советую вам совершенно серьезно. Вы пролейте слезу. Вы покажите, как трепещет ваше родственное сердце. Вероятно, тетушка и подумает о вас. Да, я готов замолвить за вас словечко, только уж и вы не забудьте меня, когда будете умирать. Кстати, прихватите с собой мисс Шарп. Тетушка любит хорошенькие лички и будет вам очень благодарна. Вы играйте в трик-трак, мисс. Сэр, еще бы! Моя бедная маменька часто играла в эту игру с графом Детрик-трак. Ах, вот как? Да, сэр. Моя маменька была француженкой из рода Монмаранси. Увы, теперь я одинока, и мне приходится быть самой своей собственной маменькой. Черт побери! Тетушка будет от нее в восторге. Так, вероятно, вы играете на фортепиано? Конечно, сэр. Однако, сударь, нам давно уже пора спать. Нельзя быть любезнее, чем вы, сэр. Так, передать от вас тетушке привет.
Конечно, капитан. И передайте ей, что я готова ухаживать за ней, если это понадобится, и... Если сэр Пит разрешит мне... Черт побери, великолепная идея. Вот вам случай, сэр. Ублажайте. Ублажайте тетушку, если рассчитываете на ее деньги. Ну, довольно, довольно. Спокойной ночи. Никогда не думал, что мой визит к вам будет таким приятным. Спокойной ночи, мисс Шарп. Доброй ночи, капитан. Вот оно, лондонское воспитание. Тинкер! Отнесите эти вещи наверх и приготовьте для мисс Бекки постель, на которой умерла моя первая жена. Отправляйтесь спать, хорошенькая плутовочка, и предупреждаю, никаких свечей после 11. Если не хотите, чтобы я являлся к вам в спальню, гасите их. Этого пса я зову Хапом. Он загрыз как-то человека. Право слово. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр. Боже мой, что же делать? Что же делать? Ну что, Фаркер, мисс Кроули плохо? Хуже и быть не может. Вы хотите послать за доктором? Нет, за ней. Опять за ней? Ну да. Чему это вы удивляетесь? Она требует, чтобы позвали ее. О, Брикс, я никогда не думала, что доживу до такого дня. Я тоже. 40 лет я знаю моего дорогого, моего бесценного друга. Но я просто не узнаю ее с тех пор, как эта противная, чужая мисс. Тише, ради бога, тише. Все точно вверх дном перевернулось. Она не подпускает меня к себе. Меня, которой скоро 40 лет. Вот 40 лет. Феркин! Феркин! Ах, это вы, Брикс. Почему это никто не отвечает, когда я зову? Вы послали за мисс Бекки? О, мой друг, мой дорогой друг, как вы себя чувствуете? Дурацкий вопрос, прекрасно. Я всегда прекрасно себя чувствую. Не подать ли вам чего-нибудь, мой друг? Ах, нет. Ну что же, мисс Бекки, скоро придет. Сейчас, сейчас. Фаркун уже побежала за ней. Подвиньте мое кресло в камину. Сейчас, мой друг, я вам все устрою. Вам будет так уютно, мой друг. Я все устрою. Сейчас, мой друг. Вот так, мой друг. Я вам сейчас дам капели. Мистер Родден дома? Нет, мой друг. Он все еще не приходил. Вот. Мой друг, неужели я никогда не смогу больше угодить вам? Ступайте, Брик, ступайте. И довольно слез. Перестаньте хныкать. Милочка моя, где же вы пропадали? Вы же знаете, что я скучаю без вас. Сэр Пит не отпускает меня ни на минуту. Всю ночь я переписывала его бумаги. Ах, сэр Пит старый дурак, а вы прелесть. Но садитесь скорей и развлекайте, развлекайте меня. Да-да, Бекки, вы прелесть. Вы просто маленькое совершенство. Все они просто не понимают, кого они обрели в вашем лице. Ну, не ревите, Брикс, это невыносимо. Мисс Брикс огорчена тем, что вы с ней суровы. Не броните ее. Мисс Брикс, я вижу, что мое пребывание в этом доме нарушает ваш покой. Не огорчайтесь, мой друг. Я скоро уеду. Куда, вздор какой? Куда?
Конечно, мисс Кроули в деревню, но как только вам станет лучше. Никуда вы не уедете, я не могу без вас. Мой друг! Ступайте, Брикс. Мой друг. Как можно сохранить в деревне такое сокровище, как вы? Прикройте-ка меня пледом, моя милочка. Да-да, Бекки, вы сокровище. Не спорьте со мной. Вам вовсе не пристало занимать подчиненное положение. Налейте-ка мне винца. Я считаю вас равной себе во всех отношениях. А мое происхождение? О, это чепуха, моя милочка, я плюю на это. Если бы заслуги вознаграждались по достоинству, вы были бы герцогиней. Мисс Кроули! Впрочем, к черту всех герцогинь. У вас мозгов больше, чем у половины графства. Благодарю вас. Мне страшно хочется, чтобы какой-нибудь великий, знатный человек похитил вас. В карете с двумя форейтерами? Да-да, в карете с форейтерами. Мне страшно нравится, когда богатый, знатный человек женится на бедной девушке. Как это сделал лорд Флауэрдаль. Я обожаю безрассудные браки. Я просто мечтаю, чтобы Роду похитил какую-нибудь девушку. Богатую или бедную? О, вы дурочка. У Родана нет ни гроша за душой, кроме тех денег, что я ему даю. Это шлопай по уши в долгу. Он не сможет прокормить свою семью и двух дней. Но вы же обещали ему половину своего состояния. Обещала и уже написала об этом в своем завещании. Прошу прощения, тетушка. А, Родан. Ну иди, иди сюда, шалопай. Поцелуй меня. Где этот бездельник пропадал всю ночь? Тетушка, только что получено известие из деревни. Леди Кроули, супруга моего отца, скончалась. Ой, бедная Роза Кроули. Сколько напрасных слез ты пролила в доме своего нечестивого супруга. Сколько раз он бил ее из-за своих сумасбродств. Какое несчастье, какое неслыханное несчастье. Ну, никакого несчастья, моя милочка, этого следовало ожидать. Ее сердце давно уже умерло, гораздо раньше ее тела. Кто бы мог подумать, что она так скоро умрет? Да. Мир тебе, бедная Роза Кроули. Ну, не огорчайтесь, Бекки, поиграйте мне что-нибудь. Поиграйте, поиграйте. А ты, Родан, почитай-ка мне газетные сплетни. Единственное, что можно в них читать, это сплетни. Да, но отец собирается на похороны. Ой, я ему не завидую. В этой церемонии нет ничего увлекательного. Впрочем, сэр Пит проделывает это в своей жизни уже второй раз. Я надеюсь, что у него хватит благоразумия не жениться в третий. Невозможно, чтобы отец вздумал еще раз жениться. О, у твоего отца все возможно. Сэр Пит философ с пристрастием к низменной стороне жизни. Играйте, играйте. Читай. Поручик Шефтон Энского полка похитил вчера леди Барбару Брейн, дочь и наследницу лорда Брейна. Браво! В мужчине, способном на это, есть что-то неотразимое. Тетушка, вы бы простили леди Барбару Брейн, если бы были ее отцом? Ну, конечно, бы простила, шалопай. Это же романтика, любовь. А что ты скажешь по этому поводу? Я думаю, что если страсть так сильна, что опрокидывает светские приличия, их не следует наказывать. Зачем? Зачем наказывать? Ах, мои милые дети! Я так хорошо себе представляю, как все это произойдет. Они вернутся в дом отца, упадут к его ногам, и родительское сердце не устоит. Смелость стоит миллионов.
Мисс Кроули всегда так добра и справедлива. Сэр Пит, сударыня. Ой, как не кстати. Вы скажите ему, что мне опять стало хуже. Но у него такое несчастье, сударыня. Ну, не могу же и я умереть, если у него несчастье. Проводи меня родом. А вы, Бекки, примите его и скажите, что меня нельзя сейчас беспокоить. Что я не могу, я не хочу с ним говорить на эти темы. Сэр Пит, какое несчастье, какое неслыханное несчастье. Вы здесь, Бекки? Вы вечно здесь? Мисс Кроули очень плохо. Она не может вас принять. Тем лучше, я пришел не к ней, а к вам. Пойдемте в столовую. Но я не могу отойти от этих дверей. Довольно морочить мне голову, Бекки. Я не могу без вас. Я тороплюсь на похороны, но я хочу знать. Что, сэр Пит? Поедете ли вы наконец со мной в деревню? Вы обещаете мне это целый месяц, а сами вешаетесь на шею моей сестре, которая отшвырнет вас, как старый башмак, как только вы ей наскучите. Повторяю, вы нужны мне. Вы мне необходимы. Но, сэр, теперь, когда вы овдовели, сэр, не будет ли мое пребывание в вашем доме выглядеть несколько двусмысленным? К черту приличия, я не могу обходиться без вас, а вы торчите здесь день и ночь. Поедемте со мной, Бекки. Скажите да, Бекки, скажите да. Я старну, я еще крепок, мне еще хватит лет на 20. Я сделаю вас счастливой. Тратьте сколько хотите денег. Я выделю на ваше имя капитал. Ну, хотите в качестве леди Кроули. Поедемте и будьте моей женой. Сэр Пит, я уже замужем. Замужем? Вы смеетесь надо мной, Бекки. Замужем, замужем. Сэр Пит, дорогой сэр Пит, не сочтите меня неблагодарной. Только ваша доброта и ваше благородство могли исторгнуть у меня мою тайну. Чертям благородство, за кем это вы замужем? Да кому придет в голову жениться на вас, когда у вас нет ни гроша за душой? Позвольте мне не отвечать вам, сэр Пит. А, значит... Молодчик вас бросил. О, с какой благодарностью я приняла бы ваше предложение, когда я подумаю о том, что вы мне только что предложили. Я не могу быть вашей женой, но позвольте мне быть вашей дочерью. На полу дама, а не джентльмен. Не вставайте, не вставайте. Дайте мне насмотреться на эту чудесную парочку. Я благодарила сэра Пита, сударыня. Я говорила ему, что никогда не стану леди Кроули. Он сделал вам предложение? Да, сударыня. Верите ли мне своим ушам? Вы что, сделали ей предложение? Сделал. И она отказала вам? Отказала. И что же это обстоятельство не сокрушило вашего сердца? Ни капельки. Я рада, что вы считаете это забавным, братец. Феноменально. Кто бы мог подумать? Вот плутовка. Что кто бы мог подумать? Никаких тайн, никаких секретов в моем доме. Что это значит? А это значит, что с воза упало, то пропало. Ладно, Бекки, что бы ни было, завтра мы отправимся в деревню. А сейчас я еду на похороны. Что это такое, мисс Шарп? Уж не ждете ли вы, когда разведется принц Уэльский, чтобы предложить вам руку, если вы считаете наше семейство мало для себя подходящим? Ах, сударыня, подумайте сами, но может ли уважающая себя девушка выслушивать признание воздыхателя в момент, когда не преданы земле останки его скончавшейся супруги? Вздор, моя милочка! Невозможно, чтобы нищая гувернантка отвергла предложение баронета с 4000 годового дохода, если она не совсем дура, или если тут не замешан кто-то другой. Тут кто-то замешан? Ну, кто? Кто? Вы угадали, моя дорогая.
Вас это удивляет? Нет, нет, меня это не удивляет ни одной минуты. Я обожаю тайную страсть. Все женщины приходят от этого в такое бешенство. Ну, не плачьте, не плачьте, моя милочка. Я люблю вас как дочь, я дам вам приданое, мы сыграем свадьбу. Только скажите мне, кто, кто он? Аптекарь? Пастор? Может, живописец? Боже мой, если это бедный художник, я закажу ему мой портрет. Ну, кто? Кто, кто? Позвольте мне не отвечать вам. Скоро вы все узнаете. А сейчас я не в силах говорить. Только любите меня. Обещайте, что вы всегда будете любить меня. Обещаю, обещаю, мой ангел. Тайная страсть, это восхитительно. Брикс. Брикс. О, мисс Брикс. Что-нибудь случилось? Она опять послала меня за ней. Но в комнате мисс Пекки никого нет. На постели никто не спал. И только на подушке лежало вот это письмо. Письмо к мисс Кроули. Что же нам делать? Прочесть. Обливаясь слезами, я, покидая этот дом, Брикс, где бедная сиротка всегда встречала любовь и ласку. И ласку. Я замужем, и мой супруг Брикс. Читайте, читайте, дорогая, я, кажется, сейчас умру. Мой супруг приказывает мне следовать за ним. Я связала свою жизнь с лучшим и достойнейшим из людей. О, скажите нам одно слово, и мы вернемся под ваш кров и упадем к вашим ногам. Ваш Родан, мой Родан, ибо я стала его женой. Его женой! Его женой! О, его женой! Бекки! Бекки! Ах, обе тут! Где Бекки? Вы опять не торопитесь позвать ее? О, мой друг, мой дорогой друг, вспомните хорошенько, что произошло вчера вечером, когда пришел сэр Пит. Я прекрасно все помню. Бекки отказала ему. Она отказала ему, потому что не могла поступить иначе. Конечно, не могла. Она любит другого. Она любит другого? О, мой друг! Мой дорогой друг! Она уже замужем. Уже? Ах, какая негодница! Какая очаровательная негодница! Ну, пошлите ее ко мне, сейчас, сию минуту. Мой друг, она не может прийти. Она ушла из дома, она совсем ушла. Как это совсем ушла? А кто же мне будет варить шоколад? Она бежала этой ночью вместе с ним, со своим мужем. И оставила письмо. Не мучайте ее, скажите лучше сразу. С каким мужем? Какое письмо? Ну, говорите же. Говорите, не доводите меня до сумасшествия. Она бежала с капитаном Роданом. Загнать! Мой друг! Вернусь. Уберегите себя! Выпейте воды! Я дам вам капли. К черту капли! Все к черту! К черту! Все к черту! Родан! Родан мог сделать такую великолепную, такую блестящую партию и женился на каком-то ничтожестве, на какой-то гувернантке! Вы сказали мне это, Илья, сошла с ума! Вот письмо, которое они оставили. И они надеются, что вы их вернете. Верну? Прощу? Они надеются. Рано! Я еще не умерла.
Пошлите за нотариусом! Сейчас! Сию минуту! Боже мой, Феркин, ей дурно! Боже мой! Она умирает! Боже мой! Доктора! Доктора! И нотариуса! Где Бекки? Довольно ей торчать в этом доме? Куда вы ее дели? Я без нее не уйду. Где она? Взгляните, взгляните! Вот что сделала с ней ваша Бекки! Бедняжка сойдет в могилу! Феркин, доктора! И нотариуса! Черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю, что здесь происходит. Она покинула ваш кров, сэр! Она не стала вашей женой, потому что стала вашей дочерью! Она вышла замуж за вашего сына! Я еще не умерла! Ни одного фартинга! Лучше я отдам ей в дом для престарелых, в приют для бедных! Ни одного фартинга! Лучше я пущу их по ветру! Нотариус!